Всем привет! Это обзор на клавиатуру Corsair K63 спустя 2 года использования. Спустя 2 года использования работает она как новая. Переключатели здесь стоят Cherry MX Red. Есть подсветка только одного цвета, красный, с регулировкой яркости. Есть еще фирменный софт от Corsair, позволяющий там наложить эффект, но он абсолютно бесполезен. Покупалась она за 5500, сейчас она стоит в районе 6000. Из плюсов работает как новая. Из минусов кнопочка пробел. То есть мне ее пришлось утяжелить таким очень колхозным способом. Поставить демпферы и перевернуть, чтобы это все хоть как-то нормально работало. И при всем при этом она все равно издает малоприятные звуки. На этом из минусов, я думаю, все. А, звук. То есть сейчас оно звучит более-менее нормально, но из-за демпферов. Если вы планируете пользоваться ей, ну, так скажем, в стоке, звук будет более громкий. И звук именно удара пластика о пластик, что не очень приятно. Есть кнопка блокировки. Кнопки Windows, чтобы не сворачивать игру в случае чего. Медиа кнопки, которыми я толком не пользуюсь, но я думаю, для некоторых будут полезны. Довольно толстый, качественный кабель, хоть и без оплетки, но не перетирается, не перегибается, с ним все хорошо. Ножки. Ну, знаете, они здесь просто, чтобы были, так скажем. Клава довольно увесистая. На столе стоит хорошо, не двигается, не ерзает во время игры. Это версия без нампада, дабы было больше места для мышки. Ну, и в большинстве игр он не нужен особо. То есть, играть в ней приятно, прекрасно. Если вы готовы заплатить, так скажем, за комфорт использования, будь то в играх, будь то в работе. Я думаю, это хороший выбор. Такие дела. Всем пока.